Привет всем. В продолжении темы магнитолы Sanyo MH200K. Кое-чего мне не хватало, в том числе и крышки батарейного отсека. Стал искать по объявлениям на Авито, на других ресурсах. Ничего не нашел. Разные всякие встречаются крышки от редких магнитол 70-х годов. Правда, цены там не в рублях, но неважно. На эту магнитолу вообще деталей нет. Несколько лет назад висело объявление на Авито о продаже одной тушки. Наверное, она не рабочая была, но была крышка в ней. Но я бы даже и сегодня из-за одной крышки не стал покупать полмагнитолы. Тем более, если учесть, что эта магнитола мне досталась бесплатно. Ее собирались выбрасывать. Решил изготовить в домашних условиях крышку. Сначала вырезал в такой из плотной бумаги трафаретик. Потом на куске пластмассы выпилил по форме. Планы были такие, чтобы крышка была без всяких склеек. Монолитная хотел, чтобы она получилась. Но, в общем, с этой крышкой не вышло ничего. В одном месте загнул раньше времени петлю. В другом месте перегрел паяльником. В общем, пошел другим путем. Вырезал отдельно, выпилил петли и вклеил по месту. И изогнул два замка. Отдельно тоже вклеил. В оригинальной крышке здесь два, по-моему, таких элемента пластмассовых. Пластины для упора батареек, чтобы они не телепались при переноске. Ну, я это не могу, нет возможности так сделать. Вклеил просто кусок поролона, как это часто бывает в других магнитолах. Решил сделать так. Ну, я считаю, что лучше так, чем без крышки. Да, еще в своем городишке нашел конторку такую. Распечатывали они на своих 3D принтерах. Но там нужен точный чертеж, точные размеры, градусы, радиусы. Это я не смогу сделать. Или оригинальную крышку им принести. А зачем бы я принес оригинальную, если у меня ее нет? Если бы у меня была оригинальная, зачем бы я ее распечатывал, да? В общем, получилось, как получилось. Лучше, думаю, пусть так, чем пустая ниша тут будет.